Всем привет, дорогие друзья, с вами Red Fox, Battle Brothers. И мы продолжаем. Так, что тут, нам надо козлиную ферму сжечь. Опачки. Ага. И здесь, смотрите, собаки и мерцинарии. Нифига себе, тут наемники толпами нас уже ждут. Это совсем другой разговор. Что-то он ушел. Че вы там бегаете туда-сюда? Угу. Понял. Это, видимо, за нами. А мне уже через 2 дня вернуться. У меня нет времени-то особо. Надо хвост этот скинуть. Может быть, вокруг горы забежать? У меня еще еды мало по горам, чтоб лазить. А я уже не успеваю назад вернуться. Под покровом ночи сейчас пролезем. Ты отдыхай, что тебе делать? А что они тут лазили именно в нашу ферму козлиную? Оп. Мы успели без подкрепления той толпы. Но та толпа нас может встретить. Нифига. Так, у нас холм наполовину. И ночь. Так, стрелки на холм полезли. Их 11, нас 11, но у них 2 собаки. Но у них 2 собаки. Отсюда ты ударить не можешь. Почему? А ты в яме сидишь. Собака это еще дурацкая. Адреналин сейчас не нужен. Вот тобой можно подойти, треснуть, на адреналине еще раз треснуть и отойти. Или подойти танком. Потом треснуть, потом еще раз треснуть и отойти. Хотя зачем тогда отходить?
А, ну чтоб вот этот не пробивал, например. Так. Сеточка или двуручник? Что неприятнее? Давайте сеточку попробуем глушануть. Не получилось. Вот это хорошо. Так. Пошли в контакт. Кстати, этот же Норман у меня. Это же тот, который с быстрыми руками, да. Или скилла маловато, но вообще можно кинжал достать. Так, танк у меня куда пойдет? Вот в чем вопрос. Вот сюда встанет Дирк, а танк. Раз, два, три, четыре. Танк может вот сюда подойти. Правда, он тут под обстрелом всех Дирк у нас получается. Это неприятно. Так. Неплохо. Еще бразок в голову, но это, конечно, вряд ли. На потушке. Ладно. Все лучники закрыты, даже этот. Вот вы гады. Чтоб второй раз ему в голову залетело, было вообще хорошо. Так, тут мы не достаем. Но из ямы хотелось бы вылезти. Тут прямой прострел, правда? Ну да, подождем. Так, так, так. Этого оверхелмим. Так. Надо их минусовать бы, по возможности. Побежал, почти умер, но еще не умер, гад. В принципе, стой здесь пока. Так, здесь. Может подождать? Я попробую его столкнуть вниз. И сверху вниз держать. Да. А ты сверху вниз долбанешь. Стоит, смотрите-ка, ждет. Гад какой. Ну-ка. А ты еще сюда упал, я думал сюда. Ну ладно, так тоже можно. Толстый какой.
Блин, Дирк не может на ступенечку спуститься и ударить. Ему надо сюда. Или вон туда, кстати. 3, 6. Не добежит до лучника. К сожалению. Ладно, стой пока тут. Так, ну и что, идти с этим, что ли, разбираться? Или, если я нажму подождать, я могу на его место встать и с адреналином ворваться. Но не ударить. Давай подождем. Дирк, ударить не можешь, к сожалению. Ну, давай дуй сюда. Будем их напрягать вместо стрельбы, чтобы они тут бегали. Дубинка. Можно и глушануть кого-нибудь, попробовать. Типа вот так. Хотя просто ударить и не попасть. Алло. Игра. Так, сюда пойти или вот сюда, например. Тут опасненько. Давай сюда. Ах ты гад, выскочил. Это неприятно. У этого шлем на 200 и броник на 80. И Battleforge. Ему бы в тушку попасть. А вот этому бы в голову попасть. Было бы вообще неплохо. Но тут на 10% больше. И мы промахиваемся. О, под удар подошел. Молодец какой. Блин, и мимо. Это не молодец уже. Это уже не молодец. Полностью усталость сразу в потолок. Дейс. Разбитые пальцы. Но хп еще половина. Побросаться он хотел. Можно, кстати, наверх встать. Или наоборот, лучше вниз. Лучше вниз. Жаль, этого не достаем. Так, какие шансы? Вообще надо бы этого убивать. По фокусу. Стрельба. 43-66. Так. Хорошо. Оверхелмы почти помер. Оверхелмы нам. Так, начинаем разламывать. Желательно бы не в шапку. Еще может по двоим ударить. Этот еще не ходил, надо бы его добрать. Отлично, минус голова. Так, два раза не попал. Гавард. Этого можно спихнуть вниз еще. Но Дирк тогда опять не ударит. Хотя он станет наверх над лучником. 20%. Я
Тогда выносливость ушла. Десять процентов — это вообще фигня, надо, блин, ему щит ломать. И подмогу тащить. А вот отсюда можно бить, но тут можно и выстрелы получать от всех троих. Чё с защитой от стрельбы? Её нет. Есть нимбл и всё. И всё? Антисипейшн ещё есть. Но его тут мало. А вот нас Норман сейчас пойдет к лучникам в гости. Эх, не попал. Давай, наверное, без адреналина теперь. Побережем немножко выносливость. Ну, тут еще можно. Семьдесят три мимо. 75 мимо. Понимаю. Оверхелмы. Еще и броню сняли, нормально. Неприятно. Неприятно. Так, уродцы. Нифига они там встали-то как. Если сюда подходить, то двое сверху будут. К этому не подойдешь, у него там уступ только через этого. Можно с прыжка под, в него прыгнуть. Но не хотелось бы на танке застревать, а дальше не пойдешь. Давай сюда. Отлично. Так. Можно вот с этой, вот с этого холмика стянуть его на себя в яму. Но Рамберт не настолько крепкий без нимбла, чтобы подтаскивать к себе таких ребят. 42 и 47. А может, спихнуть тебя получится? Не получилось. Правда. Было бы неплохо. Так, хорош там. У меня еще кнут есть. Надо не забывать. Но я забываю. 5%. А давай мы тебе щит сломаем. Здорово! А вот теперь надо было спихивать и бить, и все на свете. А я, как всегда. Устали все. Так. Этого добивать? Или этому помочь? Ой. Кажется, кто-то помер. Можно под адреналином прибежать к лучникам. На следующий ход. Да, аккурат. Или с этим помогать. Ну, это с этим вроде справляются. Давайте-ка стрелков напряжем. Можно один раз стукнуть или подышать.
Этот еще вернулся. Да игра, ты что делаешь? А, блин, зачем я в линию встал? Здорово, бойцы! Что, можно было отойти? Ну ладно, так тоже нормально. Так, вот в этого давай-ка постреляем. Тесак. Топор. Этот оверхелмов накидывает, гад. Кучу. Уходим с линии, не попадаем. Ты прыгаешь два раза по 60. А, второй раз 76. 66 и 76. Мимо. Вообще отличная табличка. 75, 66, 76. Все мимо. Нам по 37 прилетает. Так. Отлично. Так, вот теперь тебя спихнуть очень даже можно. Вот ты гад. А теперь Дирк сверху вниз. А кто это у нас тут с луком? Здорово! Чё там по нимблу, парень? 155 в кольчугу, 19 в туловище с порезом и 19 в бошку. Побежал. Чё, не понравилось? Странно. А то ещё оверхелмит он там из-за холма. Так, может этого вниз скинуть? Он так Фоксу там упадет. Он его так уже в сетке окружили. А у нас выносливости нет, чтобы кого-нибудь скидывать. И подышать мы не умеем. Можно пропустить просто. Давай пропустим. Так, надо этого прибирать. Или этого. Этого можно и застрелить, но можно и не попасть. Я тебе сейчас постучу там. Ох, ты дождешься у меня. Так, мы никого не ударим, если кинем сетку. А мы еще можем ее не скинуть. Нет, 100% скинем. Минус вся защита и инициатива. Минус вся защита, не хотелось бы. Ну не вся, но значительная часть. В то же время съездить по этим головам тоже очень хочется. Я думаю, мы рискнем. Получи-ка нимбл, разбитую руку и дейс. Так, Магнус, ты у нас не алебардист, не достаешь. Блин, мешают свои. Сюда два хода идти. Ах ты гад. Ишь, чё удумал.
Жаль. Я тебе сейчас постучу. Блин, все устали. А снизу у нас выносливости не хватает ударить. Привет, в тушку попали, незащищенную. Ой. А чё это, попытка к бегству? Прыжок на месте? Вот этого бы еще не отпустить. Этого можно вниз спихнуть. Он, правда, сейчас Фоксу в ответ навешает. Не навешал, пытался. Кстати, у него стагерит. Он должен ходить последний со стагером. Он ходит намного первее многих моих. Попытка убежать от Фокса. Сломанные ребра. И все плохо. И месть от Дирка напоследок. С холма. Че, без Верхелма не так круто? Привет. Здорово. Так, у кого там собаки-то? Вот как раз у тебя и собака. Но собаку он зарубит, наверное, топором. Хотя, нет, у Бирка нет выносливости, чтобы ротировать. Я не хочу его отпускать. Приветик. Выносливости нет. Не попал. Нет, ты один раз попал. Так, тут вот ротируемся. А, нет, мы не ротируемся, у нас выносливости нет. Вообще к тесаку нимблистам подходить такое себе. Рискнем. Я думаю, мы его вообще расстроим хотя бы, нет? Пофиг. Все, устали сразу. Так. Какая хорошая позиция с холма. Собачка его не доела. Не попал. Магнус попал. Ой, это Рамберт. Магнус, это другой. Ну, слушайте. Слушайте, вообще неплохо. Дирк немножко выхватил, как всегда. Чутка перепала Норману, а в остальном все. Все неплохо. Возможно, потому что ночь их и местность, из-за которых лучники то на холм бежали, то с холма бежали и почти не постреляли. 400 опыта у Рамберта. За что ему так? Я понимаю, что 3 фрага, но уж 400. Так, всякую дешевую фигню надо выкинуть.
Такие доспехи дорогие, это я знаю. Лук дорогой. Это все, наверное, уже нет. Все, место конь. Так. Теперь, вот теперь. Не напороться бы вот на этих. А как мы на них не напоримся? Если я пойду просто в горы, я на них нап... они меня догонят. Наверное. Хотя тут тоже холмы замедляющие. Если я попробую вот так же вдоль стеночки убежать, я могу не успеть. Скорее всего, я не успею. А может, успею. Давайте оденемся к бою сразу. Мало ли чего. Одинаково, абсолютно. То та, что это, шляпу надень. Так, кому еще досталось? Тебе. Шляпу чини. Рамберту левелап достался. Рамберт — это чисто алебарда наша. На дадже. Хорошая такая, уверенная алебарда. Ну, инициативу, наверное. Так, что надо алебарде? Ножки? Да. Норман уровень получил. Ничего себе. Без мили скилла только. Так, ну и что тебе? Killing Frenzy? Killing Frenzy... Подышать тебе бы вот не мешало, кстати. И мастерство меча. Я еще думал тебе мастерство ножа взять, да? Что ему нужнее? Killing Frenzy? Killing Frenzy, мастерство меча и подышать. Да, на 11, все, больше перков нет. А, подожди, у него и книжки нет, у него 2 перка осталось. У него осталось только 2 перка. То есть мастерство и подышать. Два из трех. Никакого мастерства ножа даже. Давайте возьмем мастерство меча, а потом, наверное, подышать. Просто ему-то мы ничего другого уникального. Я думал, тесаки может раздать нимблистам, дуэлистам. Но, видимо, в другой раз. Рапира все-таки довольно хороша. Прыжочек очень-очень в тему. Так, остальные здоровы. Кроме этого, парня еще отдыхает. 51 на нимбле. Ну, маловато, маловато. Посиди в резерве. Так, вопрос. Уйдем ли мы через горы? Я думаю, можем. Отойти от края. О. Так. Похоже, белые ребята нами сильно недовольны.
Вопрос. Когда мы слезем с горы, куда мы побежим? Нам надо домой, причем довольно быстро. А домой это куда? Я где-то задание отобрал в Турнбурге. Подожди, это обязательное задание. Надо обязательно задестроить караван или патруль, похоже, потому что мне не показывает, куда идти. Я еще не все выполнил. Вот в чем дело. Это обязательное условие. Мне надо кого-то еще найти и грохнуть. Но этих парней мне не очень хочется встречать. Что-то их многовато. В принципе, если они залезут в гору... А этот, смотри, не полез в гору, гад. В обход идет. Они оба там пошли. Я уж думал, может, одного-то напасть, но на двоих сразу я что-то не собираюсь нападать. Еще эти тут на хвосте. Давай-ка в обходец. Может, кого встретим по пути? Желательно бы караван. Блин, один день остался. Мы нифига не успеем. Мне надо прямо сейчас бежать обратно, и если я по пути только кого-нибудь встречу, то тогда я успею. Вот где у меня сейчас на буковке R репутация, нейтрал. Я подозреваю, что она упадет нафиг. В гадалки не ходи. Бежали в сторону дома, может, кого тут встретим? Бесхозного. Что там с лечением? Все еще лечится. Так. Few Marksman, many Raiders. Это все весело, но нам, к сожалению, это незачем. Мы такое переросли. Так, что с ХП-то хотя бы? 80, уже нормально, уже можно. Этот выздоровел, кстати. Шляпу уже можно поменять. Ну, мы, кстати, более-менее готовы. Вот, кстати, и следы чьи-то. Надо их догнать, грохнуть и бежать на всех парах. Обратно. Вы же тут? Блин, они налево пошли. Налево это мне вообще не в тему, сколько там за ними буду бегать. Нашли, может, у Вайтхофа кого найдем. Ополченцев бы. А, подожди-ка. Время вернуться назад. А, так нет, просто надо было все это делать. Может, не обязательно даже все было сжечь? Или все сжечь обязательно, а патруль не обязательно? Все, возвращаемся за деньгами. Так, у нас еды нифига нет. Давай-ка быстренько в Вольфхайден бежим. Ой! Блин, минуты буквально. Вот еще бы часик. И я бы все выполнил. Давайте, может, у вас еда есть? Когда еще пограбишь караваны в свое удовольствие? Так, лес, дорога, все как мы любим. Ой, ой. Избиение детей. Сейчас будет.
узкое место. Можно встать вчетвером против двоих. Давайте и встанем. Надо сюда вставать, еще бы хватило на таунт. По принципу, на кого Бог пошлет в толпу. Так. Нифига. Дерзкий какой. Ты еще щит поломай ножом. Ох, как встали. Так задумано. Хитро. Ой. Так, здорово, ребята. Только одного попал. Все, больше никого нет, там ослы дальше. А если я с адреналином подойду? Что вы на это скажете? Ну-ка, таунти обоих. Нифига, вот куда он пошел? Я не понял. Это что-то... Что за фигня с этим таунтом? Был таунт, он взял назад, пошел. Алло. Ладно, не хотите. Как хотите. Ворвался убивец. Эх, не убил. Чуть-чуть. Ну все, осла мы не будем дорезать уж. Так. О. Хоть немножко еды нам должно хватить до города. Как раз отлично. Ну, последний батон доедали. 50. Ох, ох, ох. Они стрелы везли. Нифига себе. А сколько у меня стрел? Блин, не посмотреть. Сколько из них пропадет? Сейчас у меня будет максимум. У меня и так было там немало этих стрел. Так, в принципе, можно. У меня же все равно автолут, который засосет вместо этих стрел все что угодно. Так, что еще дешевое тут? Так, шлемик на 105, кстати. А шлемы у меня уже в количестве, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Вроде не на всех. А сколько тяжей? Три. Три. Раз, два, три.
Один лучник 4. И 8 шлемов должно быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Ну, один такой. Ладно. Черт с ним. Арбалеты вроде дороже этих мечей. Тем более таких битых. Так, еда есть. Стрел 296. Сначала нам пополнили до 300, а потом вычли 4, чтобы пополнить колчан. Вот так оно, значит, работает. У меня и было где-то столько же их. Плюс-минус. Хорошо, что не по времени все-таки этот квест, по крайней мере. После того, как я успел разграбить все, что велели. Отношения пока не изменились на буковке R. Вот сдадим квест, посмотрим. Это все, дабы добро продавать вон в Грюнланде, а не в Турмбурге. Подкрепа какая-то побитая, как будто бы. Что-то их мало. О, тут можно продавать выгодно, судя по всему. Есть у нас что-нибудь, чтобы цены узнать? Ну да, относительно выгодно. Можно сливать все добро. Молоток Т3 мне нужен одноручный. Он броню ломает, и все. Ни стана, ничего. Да? Да, просто сотку брони можно снять. И всегда на 10 хп сквозь броню. Это надо устрашателем брать. Дубина, по-моему, полезнее. Так, еда. Инструменты все слили за поход. Ну вот еще хлеб недоеденный. Шапок-то набрали. Так, там вроде ничего больше нет. Я же все перекладывал. Так, ну у вас ничего нету, да? Потому что торговые пути грабят. Тут ничего интересного, в смысле ничего нового, потому что мы только с людьми воюем в последнее время. Не так уж много денег вышло, кстати. Можно побыстрее топать, тут уже все-таки союзные территории. Так, инструментиков докинем. Зерна пока не будем. Пошли за нашими деньгами. А вот тут уже территория, конечно, союзная.
Но, как мы видим, не совсем. Кралы, риверы, барабанщики. Ладно, ночью в лесу больше возни, чем профита. Так. Стоп. Это кто? Риверы, несколько чозанов, барабанщик. Так, мы починились. Все, смотрите какие, как на подбор. Починены, подшиты, выбриты. Вымыты, без травм. Красавцы. Но стоит ли из-за этого лезть на чозанов? Это вопрос. Сколько их? 13. Пум-пурум-пурум-пум-пум. Ладно. У нас уже время серии подходит. Долго с ними будем драться, если будем. Ну вообще давайте подеремся. Эта серия будет подлиннее. Хотя мы и так наемников убежали, уже молодцы. Так, чё? Раз, два, чозаны. Все, два чозаны. Молот и тесак. По центру. Какой холмик интересный. Нам бы с него барабанщика отстреливать. Как раз подошло. Блин, он тоже на холм залез, гад. Зачем тебе холм? Так, а ближе кто-нибудь подойдет на одну клеточку? Я сразу. Через здрасте вышел. Так, два чозана. Под индомами, наверное, танков их держать. У меня чозанов только Фокс убивает, уверенно. Так что давайте. Бертольф может затаунтить на себя без индома. Он как раз тяж, а тут тесак. Правда, мне этот молоток еще не нравится по соседству. Дирк, пойдешь к риверу со щитом один на один? Со щитом-то плохо, ты не очень меткий. Вообще мне надо вот этими тремя стоять. Вот так, наверное, чтобы напихивать избранному. Ладно, иди пока сюда. Так, дубину порадовать. Остальные с одноручками. Это, в принципе, звучит как план. Вот этого... А, тут сейчас танк наш будет. Все нормально. Дожди тогда. Таунт. Еще и таунт, и индом нам хватает. Прицельно достаем. Значит, отсюда должны неприцельно достать. Не достали.
Обидно. Еще обидней. Так. Ну чё, фокус избранного. Он без таунта. На него врываться может и не стоит. Но он уже ходил, он пропустил ход, значит он без адреналина. Значит, Норман будет раньше ходить. Можно его на оверхелмить. Если он вообще выживет. Что-то у нас такой фокус здоровский. Вот ты гад какой. Теперь он слез. Ой, избранный. А, блин, у нас тут... Не хватает. Давай не будем ближе подходить, а то там дубина присутствует. Приветики. Пусть сам подходит. Да, нет, или вот сюда встать, а потом сюда подойти. Так он сам подойдет, вмажет. Я не хочу, чтобы он меня вмазал. Зачем в шапку-то? Реймор. На тебе почетная обязанность. Давить верхнего избранного. Так. Тут сразу здравствуйте на всякий пожарный. Дубин больше нет. Больше нет, значит не оглушит. Стоит ли индом жать? В принципе, можно. Ох ты, Реймор, что ты делаешь? Реймор при помощи, правда, Хелмера. И больше-то вроде никто и не бил по этому избранному, да? Да. Хелмер по двоим. И два раза Реймор. И привет. Избранный оттанцевал. Опа, а вот дубина была где. Подло, подло. Плохо, Хартмут. Можно лучше гораздо. Так, вот это неприятно, нормально. Хотя стагер он понижает саму инициативу или только очередность ходов, интересно. Что с инициативой? Вообще инициативы не осталось и доджа, значит. Капец, слушайте. Стагер против доджевиков must have. Избранный тоже мне. Переизбранный. Давай, давай. Так, кто раньше ходит? Наши ходят раньше. Получай. Рок 4 мимо. По двоим. Неплохо. Плохо. Так, топор. Мне не нравится. Адреналин можно и минус 2 зарядить, если убьет. Стоит ли врываться Норману без доджа в толпу? Ну, можно типа вот так сделать. Чё так слабо? Ой-ой-ой, да капец, еще и травма. Вот это здрасте. Вот это мне не нравится. Дело пахнет жареным. Так. Отлично ворвались. Что теперь делать? Надо вытаскивать. Кто может вытащить?
Бирк без выносливости, Бертольф без выносливости. Красота, все, приплыли. Так, массовая деморализация нам нужна. Реймар, не надо было промахиваться. Можно собаку выставить, чтобы она погрызла, чтобы по ней побили. Но если они убьют собаку, они сильно порадуются. Может, нет. Если собака имеет шансы сагрить на себя вместо Нормана, надо попробовать. Еще минус инициатива. Да вы издеваетесь. Минус вся защита. Минус 13 инициативы. Но у него все равно 35 милидефа. Хорош там это, издеваться-то. Так. Отлично. Ах ты тварь! Этого фокус срочно. Подставляемся под удары. Пофиг. Да ладно, как ты не попал. Еще у тебя будет удар. Пошел нафиг. Ах ты гад, по собачке попал. Не убил, не убил. Рамберт, подставляйся сам. Я зря это сделал, теперь Хелмеру не подойти. Блин. Ну, тут надо подходить Бертольфу и меняться, если он еще сможет. Блин. Ху! Нет! Ху-ху-ху-ху. Нас два раза простили. Так, надо убирать контакты. Пятьдесят. Это 15 у нас будет и 10, 20, 15 и 14, 15, 14, 29. Если я правильно посчитал. Это много, я правильно посчитал? Да, вроде правильно. 29, на ротирование 25. Но еще надо подойти. Как раз, в аккурат, если вот этот не попадет. А он может попасть. Тогда все пойдет кувырком. А если я закрою это место, я его уже не выдерну. Ладно, подожди. Так, ты, может, сам попадешь? Отскочить ты не можешь. Ты вообще ничего не можешь. Но если я тебя ротирую, надо вот этого будет убивать, а не вот этого. Собачку можно еще. Давай, подожди-ка. Тут еще могут ротироваться. Давайте исключим ротацию всякую. Так. А сколько заняло передвижение, блин? 3. Почему мне не хватило? Я не на того смотрел, на того. Почему мне не хватило? Все же было как раз.
У меня было 60, 15 за ход регенится. Это стало 45. Почему так много сожрало передвижение на клетку? Блин. Ну тогда идем сюда. О, он испугался. Я думал, его-то унтим. Но он испугался. Ху! Отлегло. Собачку мне только если могут забрать. Но фиг вам. Ты там адреналиниться решил, да? Без нас как-нибудь. На тебе в ухо. А кто раньше-то адреналинился, а? А? Я вот твоему товарищу лучше с дубиной выдам. Угу, угу, помаши тут молотком своим. Отгрызи ему тестикулы. На тебе, тварь. А, блин, тут еще снизу один, я и забыл про него. Ну там... Удирка... Дуэль. Забирай его и уходи. Опа! Попал, но не убил. Через куст не ударить. Здорово. Оверхелм получите. Нечего мне броньку портить. Каждый бой ее зашиваем. Всей толпой. Да, Дирк, ты, конечно, в этом бою выступил. Красавчиком. 0-0. Хорошо, что Норман выжил. Травма максимально гадская. И все, никаких больше врывов. Этими нимблистами. Центр. Толпы, тем более варварской. Так, тебя сразу на ремонт, а после ремонта вот на фланге будешь стоять. Вы лапы. Ну давайте раздадим. Футман ты наш, дорогой. Так, так. И чего еще? И еще инициативы. ПП-шечки может плюс 5 до 75. Было бы, кстати, неплохо. Но инициатива, додж, все дела. Ну, давай защиты. 70 хп более-менее. Ну, надо бы поднять. Так. Так, ты что будешь-то у нас? Мы так и не определились. Я так и не знаю. Если он двуручник, оверхелм ему нафиг не надо. Скорее рич адвентдж. Если он будет одноручным дуэлистом, то оверхелм. Или вообще собака. Собака, кстати, звучит неплохо. Что тому, что другому.
Да, мне кажется, собака нам пригодится. Еще один уровень, и можно пику убирать на склад. Так, и кто? И Бирк наш. Танчик. Наконец-то. Так, атаки не дали вообще. Выносливости не дали. Нифига не дали. На тебе ХП, раз у тебя колосс. Резолва, давай больше 50. А то прошлый танк Арнульф как раз из-за резолва у нас внезапно погиб, когда ничто не предвещало. Так, ну и что мы тебе можем дать полезного? Таунт. Таунт звучит неплохо. И легкие потом. Видимо, да. Че еще танковское ему надо бы? Вроде ничего. Легкие остались. Фу, все, идем за деньгами, все продаем и заканчиваем. Что-то мы начали ошибаться, я, видимо, подустал. Так что, наверное, я на этом прервусь и продолжу на следующий день. Но у вас это будет и так, следующий день. Ох ты, получено достижение Kingsmaker и Savior. Аж два достижения. Kingsmaker. Закончить этот войну домов на любой сложности. А другое. Сейвер. Что за сейвер? Секунду. Сейвер. Закончить все три лейт-гейм кризиса на Айронмене. Уху! Я прошел все три кризиса на Айронмене. Они, видимо, считаются... Я думал, это в одной компании, а они считаются по разным компаниям. То есть мы прошли в этой компании два кризиса. И один кризис нежити я проходил, видимо, до этого. У нас постоянно был кризис нежити, я уж не помню, когда мы его там прошли, когда нет. Но я вроде давно уж на Айронмене, наверное, один раз проходили. А тут были зеленые и война домов. Фу! Отлично! Отлично! Ну, тут у нас болтовня про кризис. Вы выиграли. Battle Brothers разработан для реиграбельности. Пока вы не пройдете один или два лейт-гейм кризиса. Starting new campaign. Новый мир, новые штуки. Но вы можете продолжить так долго, как вы захотите. Ну, типа, дальше будет не сильно интересно. Фу, ну что? Ну что? Я даже не знаю. Я даже не знаю. У нас вот-вот уже выходит дополнение DLC, с которого мы начнем заново. Мне кажется, это прям идеальный момент, чтобы закончить эту кампанию. Мы закончим ее победой. Но
Так Слееру нужен их командир. Я думаю, мы закончить-то закончим. Но... Тут же можно в любой момент закончить. Вроде как. Я не знаю. Напишите мне, если я не прав. То есть, если я сейчас нажму закончить кампанию. Тут где-то есть же. А ну вот, типа сдаться, да? Это будет считаться то же самое, как если я закончил с выигрышем? Или я типа себе испорчу? Отношения со всеми холодные остальными, с этими чуть дальше нейтральных. Уников не завезли. Шлемы симпатичные, но нам не надо. Ну что ж, ну что же, наверное, мы на этом закончим. Пишите ваши комментарии, что вы хотите. Я оставлю этот сейв. Я не буду заканчивать. Сколько у нас тут? Легендарная компания, 4200 реноуна. Мы добренькие. Абитуарий наш не очень большой, но сплошь элитные ребята. Очень жалко было каждого из них терять. Но тем не менее... Да, прошло так, как прошло. Я оставлю этот сейв. Может быть, мы к нему вернемся, когда поиграемся в новое DLC. А может быть, уже и не вернемся. Может быть, отправим на покой нашего Фокса, головосрубателя. Больше года он ходил по этому миру. Нашего времени. Местного времени меньше года, а нашего больше. Мы так и не нашли кучу легендарных локаций еще. Не северного оленя. Который, кстати, должен быть, по-моему, в снегах, да? Тут снегов-то у нас раз-два и обчелся. Ни монолита. Ничего. И вообще у нас тут мало как-то места. Вот разве что тут. Непонятно. Ладно. В любом случае, спасибо всем, что смотрели это прохождение. Оставайтесь с нами, будут новые прохождения, а возможно и это прохождение продолжится. Посмотрим, как вы захотите, что вы будете писать мне. Приятно или не очень. Ладно, всем удачи, всем пока. Увидимся в прохождении, увидимся в пустынях.